Наставшими традиционными в Краснодарском крае дискуссиями с главой региона поднимали самые острые проблемы города, а их еще достаточно. Взять хотя бы полки магазинов. 97% продуктов сюда завозится извне. А цены на те же овощи и фрукты самые высокие на Кубани. Во многом из-за того, что бывшие сочинские сельхозпредприятия банкротятся, а потом занимаются совсем другим бизнесом. Мандариновые сады тем, кто его банкротит, явно не нужны. Им другое нужно, им земля нужна. Вот и все, ни больше, ни меньше. Но опять-таки проиграют сочинцы, потому что квартиры есть не будут. И квартиры на сочинцев не рассчитаны, они им не по карману. Землю давайте при вашей инициативе кидать на аграрное направление. Да. Думаем, что до конца года мы начнем этим людям, желающим иметь свое личное подсобное хозяйство, эту землю дадим. Та земля, которая сегодня в Сочи есть, свободная. Я не прошу, я требую. Дайте им тем, кто хочет развивать сельское хозяйство в Сочи. Так, оно должно быть в Сочи, и оно будет. Еще одна проблема Сочи, как и многих кубанских городов – самострои. Здания возводят, несмотря на генеральные планы. Если в разрешении указано строительство частного дома, на месте появляются, например, многоэтажные гостиницы. Расширение города возможно только в рамках генплана, да. А не в рамках хотелок отдельных чиновников. Впредь отступление от генплана не допускать. Это принципиально. И вот если после сегодняшнего совещания мы увидим очередную хаотическую где-то застройку, а хаотическая для меня та, которая не отвечает генплану, то отвечать будет персонально и архитектор, и вы, как глава муниципалитета. Выход из сложившихся проблем местные жители вместе с главой региона пытались искать на месте. Встреча с активом в Сочи оказалась одной из самых долгих. Разговор длился более 3 часов. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.